Привет, меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я вам покажу еще один способ, как можно самостоятельно погадать на картах 36 листов. Итак, у нас обыкновенная колода карт, 36 листов, в данном случае это золотая моя любимая колода. Мы тасуем ее и говорим: 36 картей, 4 мастей, скажите всю правду, исполнится ли мое желание. 3 раза мы так тасуем карты, произносим наши ритуальные слова. И затем мы произвольно берем и на 3 кучки вот так вот раскладываем. Вот на 3 кучки абсолютно произвольно. Затем мы берем с каждой кучки нижнюю карту, переворачиваем. Нижняя карта. Далее из середины абсолютно произвольно мы берем, переворачиваем и кладем по центру. И сверху мы берем с каждой кучки. Все, вот эти вот нам уже не нужны вспомогательные колоды. Мы берем ее, откладываем. И смотрим, что у нас с вами получилось. Вот у нас вышло 9 карт. Нижний, верхний, средний. Что нам здесь нужно смотреть? Запоминайте или записывайте. Я предлагала вам завести тетрадочку, все записывать, чтобы вам было удобнее. Мы смотрим на весь расклад. Если у нас вышло бы 4 туза, но здесь мы видим только один туз. Если бы вышло 4 туза, то желание наше исполнилось бы. Если бы вышло, допустим, у нас 3 туза и одна какая-то карта, вот человек, фигурная карта, а остальное мелочь, то у вас будут или уже есть какие-то сильные враги. Если же у вас выпало 2 туза и 2 фигурные карты, остальное мелочь, это ваш супруг или супруга вам изменяют. Если же выпали 4 дамы, дела сердечные под угрозой. Если выпали 4 короля, это успех в любых делах. Если выпали 4 валета, это значит, какая-то будет беготня, хлопоты, суета, бесполезная работа. Если выпадает один туз, один король, одна дама, один валет и мелочь, ну, это обыкновенная повседневная какая-то жизнь рядовая, без особых приключений. Если выпали вообще одни цифры, без фигурных знаков, без тузов, это неудача, желание, в общем-то, неосуществимо. На данный момент оно неосуществимо. Но огорчаться не следует, будет и на вашей улице праздник, как говорится. Но я сразу могу сказать, я не считаю, что если выпали карты, желание не исполнится. Но сейчас не исполнится, значит, не время. Значит, чуть-чуть попозже ваше желание, нужно приложить какие-то усилия, и оно исполнится. Я надеюсь, этот расклад вам понравился. Он абсолютно простой, без всяких заморочек. Вы, наверное, записали все рекомендации, которые я вам сказала, обозначение. Желаю вам удачи в ваших начинаниях в гадании картах и желаю вам успехов, счастья, большой любви и исполнения всех ваших мечт.